Руслан Симонов – один из тех ребят, кто сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Сегодня, оглядываясь назад, говорит, что помог высокий уровень преподавания предметов в школе и ежедневная подготовка, особенно интенсивная в последние 2 недели перед экзаменом. Я действительно почти, часов по 7, если не больше, сидел и готовился. То есть в основном моя подготовка состояла в том, что я шел в здание, здания, которые мне давались тяжело, я изучал теорию из всяческих источников. Для Ромы информатика уже на протяжении 5 лет – главное увлечение. С 7 класса он занимается программированием и сборкой роботов. 3 года назад он собирал сейф со сложной системой паролей. Сейчас – робота для промышленной организации. Что-то забавное видишь там, когда твой текст напечатан на компьютере, и заставляет какую-то машину работать, двигаться. То есть обычный текст, который я только что писал на компьютере, влияет на, его сразу видно изменения в жизни. Я вот что-то сделал. Когда с техникой на «ты», ЕГЭ сдать легко. Подтверждает это и Света из Палазны. К тому же в этом году экзамен по информатике впервые сдавали непосредственно на компьютере. Я думаю, что из-за того, что ЕГЭ по информатике стало в новом формате, оно стало удобнее и, может, даже местами проще, потому что ты можешь сделать какие-то вычисления с помощью компьютера, какие-то задачи ты можешь найти новые методы решения через Excel, через программирование. У Светы 100 баллов по информатике, 99 по физике, 93 по английскому языку, 92 по русскому. Когда узнала о максимуме по информатике, говорит, не могла сдержать эмоций. Когда я видела, я просто прыгала до потолка. Причем буквально. Вообще, я очень хотела сдать ЕГЭ как можно лучше, чтобы родители могли мной гордиться и порадовать своих учителей, потому что я думаю, что мне по-настоящему повезло с ними. У меня были потрясающие сны по математике, по английскому, по русскому, по физике. Я старалась дать ЕГЭ ради них. Точно так же обрадовали родителей и сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов 17 выпускников со всего края. В том году таких 100-бальников было 14 человек. В тройку 100-бальников по английскому языку вошел Данил Солодников из 4-го лицея. Он уже 4 года все интересные фильмы и книги познает только на английском. Но чтобы показать высокий результат на экзамене, пришлось изучить все тонкости оформления выполняемых заданий. Как правильно писать эссе, как правильно формировать предложение в соответствии с правилами экзамена, клише и подобные вещи в оформлении, вот в письме тоже оформление, правильно распределить абзацы и так далее. Изучить все нюансы, побороть переживания, прочитать максимум материалов и выполнить все задания на 100 баллов удалось 116 ребятам со всего края. Из них у 3 человек высшие баллы сразу по 2 предметам. Средние тестовые баллы за экзамены в нашем регионе выше предварительных всероссийских показателей. Так, средний балл по профильной математике в крае выше среднего по России почти на 7 баллов, по географии на 9 баллов, по химии на 5. По литературе и английскому регион на уровне федерации. Хоть экзамены уже позади и баллы получены, у ребят волнения продолжаются. Все ждут зачисления в вузы. Точно я пока не знаю. Скорее всего, Воронхикс вообще. Но посмотрим. Посмотрим. Там пока еще списки надо проверить. Света подает документы в Высшую школу экономики на специальность, связанную с лингвистикой и IT-технологиями. Сейчас очень много рассказывается даже в школах про то, насколько это необходимо специалистам в этой сфере, насколько много возможностей оно открывает. Искать новые возможности будет и Роман. Он подает документы по направлению робототехника. Обучение в школе понял, что я хочу посмотреть и другие города, поэтому сейчас больше хочу поступать в Питер, чтобы увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Думаю, это пойдет на пользу. Вернусь в Пермь, честно, не знаю, возможно. Возможно, если ничего остального не понравится, вернусь в любимый город.